Закажи нам столик у психиатра, где-то на полпятого. Мы придем с ребятами, обсудим этот рэп непонятный. Из ниоткуда, как круги на полях. Очередной лил читает, типа шарит в камнях, типа сам веса равнял. Ребята, барыжить это вообще так себе хуйня. Потом в суде говно ронять, а не запад. Но я не мечтаю отмотать пленку назад. Сейчас на этом узле хотя бы можно зарабатывать и купить пухарь Монклер. Типа поднялся зажиточный хер. Но моя фамилия не Олег Перв, азимут фирма, не бота ферма. Братиш, тут нет черных кузенов. Тут серая Москва и троятки. Это родная тоска и куплет по ленд-лизу. Ай, угу. У меня все, можно выйти. У меня все, ха-ха.